В здании администрации Ленинского района состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам организации водоотведения жилых микрорайонов Купеленко и Завидное. На встрече присутствовали заместитель главы администрации Сергей Куканов, депутаты, представители застройщиков, проектных организаций и, конечно, инициативная группа местных жителей. Один из главных текущих вопросов – проект строительства канализационной насосной станции для водоотведения в централизованную систему города Видное. И сейчас необходимо определиться с местом строительства будущей КНС. Такая задача была поставлена администрацией Ленинского района. С предложением выступила представитель одного из застройщиков, но оно было, что называется, сырым. Не принимается в том плане, что данная схема, которая здесь показана, не отображает санитарно-защитную зону планируемого объекта, не отображает территории, соответственно, детского сада, школы и прочих социальных объектов, и сделать выводы, вернее, направить данные документы специалистам для того, чтобы они сделали выводы о возможности размещения, пока нет. Работаем пока. Затем слово взяли проектировщики. Было предложено несколько вариантов участков для размещения. Однако все они нуждаются в дальнейшей проработке. Где-то место не проходит по санитарно-защитным зонам, а в других случаях необходимо изменить разрешенный вид использования предполагаемого участка для размещения КНС. Нет согласия и среди инициативной группы. Давайте 8-го дома жителей соберем. Сейчас все придут. 15-й дом, вы прям здесь герои такие, что ли? Да, герои. Нас устраивают это. Жители микрорайонов Купеленко и Завидное не устраивает ни одна из предложенных схем. Озвучено несколько вариантов. Буквально до сих пор не решен ни один из вариантов, потому что присутствует на рабочей группе несколько представителей домов, и каждый из этих вариантов не устраивает определенную группу. Люди опасаются неприятного запаха, который, по их мнению, может сопровождать работу КНС. Впрочем, это миф. По заверению генерального директора Видновского ПТО ГХ Александра Митрякина, здесь нет таких подводных камней, и он предложил устроить своеобразную экскурсию, чтобы каждый мог лично в этом убедиться. Мы поедем туда, где будут аналоги таких КНС. Только по объемам подберите, соответственно. Ольга, секундочку, подождите. Значит, по объему, по всем тем, в город Москва, в соседние регионы, те, которые будут аналоги. Вот я даже поручу или попрошу, или как это, поручим в рамках рабочей группы, это все проектировщикам. Именно ту канализационно-насосную станцию, которая будет построена здесь. Заседания рабочей группы проводятся на регулярной основе, и к следующей встрече проектировщики и застройщики должны доработать имеющиеся предложения, чтобы все-таки найти тот самый оптимальный вариант, необходимый для решения проблем с канализованием в микрорайонах Купеленко и Завидное.